Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер, а также социальный авторитет Серега Резников. И сегодня я снова нахожусь в лесу в Тверской области. Сегодня пятница, вечернее время, 16 сентября 2016 год. И я уже сегодня в армейском котелке, вот в таком, кто не знает, в армейском котелке уже себе сделал обжор, сварил на костре вот такой супец от компании «Русский продукт». Дачный суп называется. Я его купил сегодня, вернее вчера, в Сельмаге за 21 рубль. Вот видите, харчо острый. Ветер поднялся, ребята, очень сильный. Не знаю, как будет там у вас со звуком. Ветра замудохали, честное слово. Вон, у меня все улетает, брусничный лист. Ветер сильный поднялся, зараза. Только сейчас вот не было ветра, откуда ветер поднялся. Ну давайте я вам состав быстро, дорогие мои друзья и подписчики, прочитаю. Значит, состав: рис подсушенный, соль, порошок томатный, морковь сушеная, лук сушеный, чеснок сушеный, масло растительное, сахар, усилитель вкуса и аромата, глутамат натрия, зелень петрушки сушеная, регулятор кислотности, кислота лимонная, перец красный молотый, лист лавровый сухой, перец душистый молотый, может содержать следы пшеничного глютена, сельдерея и молочных продуктов, но зато не содержит ГМО. А способ приготовления такой же. Содержимого пакета залить горячей водой в количестве 1 литра, значит 5 стаканов. При помешивании довести до кипения и варить 10-15 минут. Пищевая ценность. Среднее значение в 100 грамм концентрата. Белки 6,8, жиры 3,9, углеводы 59,7, энергетическая ценность. Килокалорий КДЖ 31-1260. Аналитические данные могут отличаться от средних значений, что характерно для продуктов из растительного сырья. Масса нету, 55 грамм вот в этой пачке, на 4 порции. Дата изготовления указана на шве пакета, годен 12 месяцев. Хранить при температуре не выше 20 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%. Суп это делают в Москве. Русский продукт. Что я хочу сказать, дорогие мои друзья и подписчики. Я этот суп уже схавал, съел. Харчо. Очень вкусный суп. Это просто с ума сойти можно. Не знаю. Может быть, потому что я в лес прихожу на голодный желудок, поэтому мне все нравится. Но не знаю. Что не знаю, то не знаю. Хочу что сказать. Очень мне этот суп понравился в лесу. Очень, правда, острый, но я очень люблю острое. Очень вкусный суп. И давайте я по 5-бальной шкале поставлю ему смело тоже 5 баллов. Пусть меня хейтеры лишний раз обосрут, но я говорю, это не реклама, еще раз подчеркиваю, это не реклама, это сугубо мое личное мнение, поэтому пятерку он заслужил из пятерки, хороший суп и стоит относительно недорого. Ну а с вами на связи был, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер, а также социальный авторитет Серега Резников. Чао, чао, чао. Пока, пока, пока.